Давай трішки поговоримо з тобою про особисті якості бізнесмена. От які якості для початківця, новачка в бізнесі важливі, які можуть заважати якості, не знаю, там характер, дисципліна, що впливає взагалі? Давайте, наверное, начну, как мне кажется, с самого важного. Это навыки коммуникации. Есть такое расхожее выражение: богатые отвечают за 3 секунды, бедные за 3 часа. Я с этим максимально согласен, потому что нужно уметь коммуницировать, нужно уметь слушать, всегда делать это вовремя, не пропадать, потому что я не знаю, как это работает, но бывает, пишешь людям, которые тебя что-то спросили, ты их пишешь, а после они тебе отвечают завтра. Куда ты успел деться? Мне вот интересно. И если еще в личном общении это как-то можно стерпеть, то в бизнес-коммуникации, конечно же, нет. Поэтому, ну, коммуникация, конечно, не только про оперативность ответов, это еще и про какую-то эмпатию, это про умение слышать собеседника, про умение правильно найти какие-то решения, подходы к людям, потому что я более чем убежден, к любому человеку, к любому, тем более потенциальному клиенту можно найти подход. Главное понять, чего он хочет, и главное понять, что ты можешь для этого сделать. Если ты ничего не можешь сделать, то тоже об этом сказать. То есть, наверное, честность я еще добавлю к коммуникационным каким-то навыкам. Дальше. Воспитывайте в себе порядочность. Я себе это прям записал, потому что я понимал, что мы будем говорить о лидерстве, и я не хотел чего-то упускать. Воспитывайте в себе порядочность. Я не знаю, как хотите, понимаете это слово, потому что оно, мне кажется, включает в себя очень многое. Начиная от пунктуальности, заканчивая умением сдержать свое слово и умением отвечать за свои действия, за свои поступки, за свои решения, ни на кого не перекладывая ответственность. Следующее, что еще, мне кажется, может помочь молодым, возможно, ребятам, кто это смотрит или слушает, в прокачке навыков лидерства, это развивайте прямо насильно, я в этом убежден, а возможно, кто-то со мной не согласится, какое-то здравое недовольство собой и имеемым. Мне кажется, это супер крутой локомотив для развития. Я не знаю, что... Критичне мислення по типу цього? Можна це назвати критичним мисленням, да? Но я именно про постоянный голод в себе. Угу. Постоянное ни в коем случае, если вы в себе ощущаете то, что вы молодец, вы крутой и кажется, я все сделал, это звоночек для того, что происходит что-то неладное. Всегда требуйте от себя большего. Всегда старайтесь найти какие-то новые решения. Никогда не успокаивайтесь и будьте по-хорошему одержимы. Я не знаю, видели ли вы одержимость про парня-барабанщика. Если нет, то обязательно посмотрите. Вот. Который хотел стать лучшим. И мне кажется, это очень правильный посыл, который как раз-таки вас и сделает лучшим, если вы будете одержимы, если вы будете гореть своей идеей. Вот такий жорсткий підхід до навчання, саме як фільму, він дотичний? Мені кажется, він немножко излишне жорсткий. Можна і трішечки слабше. Ну, да, трішечки, да. Не знаю. Мені кажется, можна проявляти просто чуть більше понимания к вашим подопечным, нежели хто смотрел фільм, тут поймет. Чуть більше понимания к своим подопечным, но тем не менее. Так, що ще важно? Обращать внимание на детали. Я не знаю, для меня это какой-то, я себе скоро, наверное, татуировку такую сделаю, дьявол в деталях, да, тоже расхожая фраза, но на самом деле она крайне важная. И люди всегда замечают людей, которые, если не перфекционисты, но всегда обращают внимание на какие-то мелочи. Вот как раз-таки в мелочах и состоит успех, как мне кажется, бизнеса. В мелочах коммуникации, в мелочах построения команды. Да во всем, на самом деле. И мне кажется, это тоже очень важная рекомендация, воспитывайте в себе. Есть точно нездоровый перфекционизм, который прям мешает жить. Я знаю, люди ходят к психологам с такой проблемой. Знаете, когда у людей все лежит прям под линеечку, не дай бог, с каким-то отступом. Я был таким человеком, может, немножко остаюсь, но я стараюсь убирать это от себя. Но, тем не менее, развивайте в себе навык обращать внимание на детали. Это очень важно. Так, что еще важно? Я себе тут записал: иметь стержень и быть непоколебимым.
Это очень важно, потому что в развитии бизнеса вы точно будете сталкиваться с вещами, которые еще несколько лет назад вас могли вывести вообще из себя. Вот не поддавайтесь эмоциям. Потому что всякий бизнес подразумевает постоянную коммуникацию с людьми. Люди могут попадаться на вашем пути не только хорошие и адекватные. Вот. И мне кажется, иметь терпение, иметь стержень для, не только для каких-то решений глобальных, но еще и для просто вынести рутину этих злых и серых будней, мне кажется, это очень важно. Мыслить очень важно лидеру глобально, потому что я замечаю ошибки молодых ребят, бизнесменов, кто запускает компанию, они очень зарываются в какие-то рутинные процессы. Это очень, очень вредно для лидера, для руководителя, потому что он теряет драгоценное время на попытки решить какие-то мелкие задачи, которые на самом деле может решить человек. А глобальный позаду залашается. Да, да, глобальный он оставляет сзади, и поэтому все рушится. Некому-то, он как оставляет руль, знаете, представим, если бизнес — это машина, он как оставляет руль, бросает и идет разбираться там, а что стеклоподъемник не поднимается. Вернись за руль, старик, вот, иначе все уедет в кювет. Вот. Наверное, исключу. На самом деле ошибок можно допускать по мере развития бизнеса крайне много. Я, если честно, все делал как-то по наитию. Я не читал миллион книг. Мне не совсем нравятся вообще академические подходы, где выписывают правила, как жить, как стать успешным бизнесменом, как делать то. Я это все прочитал, супер, завтра я заработал миллион. Но это все неправда, такого не существует. И мне кажется, книги надо 100% читать, не обязательно даже про бизнес. Надо развиваться не только умственно, но и как-то ментально, физически и вообще просто как человек. Надо быть адекватным, в конце концов. Вот, это не у всех получается. И тогда бизнес точно будет расти.